Какая благодать. По времени столько. Надо вставать, завтракать и в путь. Озеро большое, я не представлял, что оно такое большое. Ночь была спокойная, без дождя, без ветра. Сейчас будем подниматься. Не думал, что оно такое большое. Озеро Сан-Коль. Чуть ли не половина. Действительно большое озеро. Да. Вон юрт стоят. Сейчас нам туда. Переждать бурю здесь. Да, Маль? Да. Очень такие мрачные тучи нас нагнали. Ветер, правда, хорошо, что он был попутный, нас подталкивал. Пока мы доехали до этого лагеря юрточного, потихоньку пошел град. Ветер с ног прям сшибает. А, слышите, да? Прям аж юрта. Слышите, да? Так, переждем бурю тогда. Вон туда. Сейчас у нас подготовительные моменты.
только вниз. О. Вот куда мы будем спускаться. Дождь идет. Туман, дождь или что? Гремит, грохочет. Сейчас на велосипеды будем фонари ставить. Без фонаря никак. Вообще, да, внизу льет, а, Малик?